Конкурс принес много положительных эмоций. Увидел то, что ребята подошли к этому конкурсу осознанно, очень много готовились. То в этом году борьба очень сильная была. Конкурс интересен для меня в первую очередь как для молодого специалиста. То есть я пришла сюда не столько показать какие-то свои профессиональные навыки и умения, а сколько посмотреть на более опытных своих коллег. Возможно, перенять какие-то фишки, чтобы использовать в дальнейшей своей работе. Мне очень понравилась атмосфера. Вот когда проходила первая номинация, это домашнее задание, визитка, вот действительно домашняя атмосфера. Как-то вот уютно, по-своему, можно было узнать что-то личное про каждого. То есть, ну, во время работы, когда бегаешь, суетишься, на это не обращаешь внимания. А здесь вот именно вот очень интересно, что какие-то такие изюминки, хобби, кто чем увлекается, кому что интересно, кому что ближе. То есть твои коллеги раскрываются как-то шире, глубже, и ты совсем по-другому начинаешь смотреть на своих, ну, ребят, которые рядом с тобой. Для меня это все новое направление, новый конкурс, каждая номинация, подготовка, подача. Для меня это все открытие. Подошли творчески к этому моменту, что-то подсказали, что-то сами реализовали. Ну вот так вот все закрутилось, сложилось, коллеги помогли. Инновационный проект был непростой, потому что нужно было что-то взять такого, чего нету. Пришлось подключить всех своих близких и родных, которые на протяжении 3 вечеров занимались этим инновационным проектом. Подключились коллеги, которые помогали его разрисовывать. То есть, ну, он был сделан в прямом смысле этого слова своими руками и, с душой. Огромного терпения, желания участвовать, желания творить и свершения всех поставленных целей и задач.